Здравствуйте. Это трудно назвать презентацией, мы просто собрались с ребятами, которые принимали участие в съемках клипа на песню «Та самая», посмотреть этот клип. Да, это мой первый клип, и это, можно сказать, такой определенный этап моего творчества, определенный итог моего творчества. Ну, я бы считал, что это моя самая сильная песня на данный момент. Ну, на тот момент, на момент декабря 2012 года, это моя самая сильная песня, поэтому я решил снять клип именно на нее. Все инструменталы мне на альбоме написал Артем Скороход. Это он, его никнейм, творческий псевдоним Тим Джей. А такой момент был, мы приехали, мы должны были снимать. Есть сцена одна, она в бункере. Бункер находится под подвалом, а подвал находится всем понятно где. Вот, и мы приезжаем в больницу и хотим зайти в подвал, но понимаем, что в подвал мы попасть не можем, потому что он полностью затоплен. Ну вот я сейчас продолжаю сотрудничество с Артемом, Тим Джеем, вот, потому что он не только битмейкер, он и автор припева на песне «Та самая», он автор припева на песне «Она». Вот, у нас очень такое творческое, дружеское отношение. Я с ним продолжаю сотрудничать. Потом я сотрудничаю с двумя прекрасными людьми. Одного зовут Кирилл, второго зовут тоже Кирилл. Они себя называют Rocko Lords. Очень талантливые ребята битмейкеры. Они автора бита на песню «Каждый новый», «All Black» и «Монро». Или начнем сначала. Не всей вселенной, всего мне мира очень мало. А ты та самая, она моя красивая. И я сошел с ума, не вижу солнца, небо синего. А что тебя больше всего запомнило в съемках? Ой, больше всего это, наверное, холод, мокрые ноги и насморк, сопли. Красоты мне с твоей руки нежности не соскрести, но только ты одна смогла бы меня спасти. Я кричу, подожди, если я обидел, ты меня прости. Ну, меня зовут Хомор. Я, собственно говоря, товарищ Паша, мы довольно-таки давно знакомы. И Паша меня пригласил в свой первый клип, что было очень приятно. Вот. Чем клип запомнился, вы знаете, запомнился он большим-большим трэшем, который происходил на съемочной площадке. Что именно? На время съемок. Самое гениальное было, конечно, поспать на койке в больнице, в пустой больнице. Ну ладно, это все не о том, все вокруг да около. А так, на самом деле, запомнился клип сплоченностью. Ну, это из пафосных фраз. Вот, сплоченностью все знали друг друга. Правда, я вот девушку не знал, но узнал там на съемках. Ничего. Это Вика, не обращайте внимания. Вот, мы не встречаемся. Я делал официальное заявление, мы не встречаемся. Спасибо. Вот, как я уже сказал, была сплоченность, было много смеха, много сухариков, масла сливочного, сока, вот. Ну и самая смешная сцена, наверное, была, это как Илья Хитогуров кидал папку раз 40. Это был конец смены. 40 раз он пытался кинуть папку, обычную папку на стол, но нашему прекрасному режиссеру что-то не нравилось. Как было сказано в одном из дублей, ребят, все отлично, но, извините, у нас камера затряслась. Чем отличается клип от сериала, например, наверное, съемочный да. процесс? Наверное, да. Поясните-то. Я не буду углубляться, но разница в любом случае существует в подходе, в постановке задач актерам. То есть, если это в сцене фильма важно, чтобы режиссер четко, да, в принципе, везде, наверное, это важно, но суть в том, что и в плохих, хороших фильмах существует какая-то система, по которой мы работаем, чтобы актер нам как можно правдоподобнее передал свои эмоции, как можно правдоподобнее создал ситуацию. В данном случае, почему мне было интересно
поучаствовать в создании клипа, потому что здесь, как мне показалось, все проще. Уходи, мне так не хватает твоей нежности. У меня клипы, в которых есть просто картинка красивая, ну, они, конечно, классные временами, но не очень-то привлекают меня, потому что мне все-таки интереснее лично развиваться вот в этом направлении, потому что мне хочется заниматься кинематографом. Поэтому сейчас пока как бы вот такая форма проявления этого происходит. Я прошу